почему человек дрожит, когда ему холодно. Кости замерзают, потому что на улице холодно. Когда просыпаешься утром, тоже холодно. У него срабатывается рефлекс. Потому что у него замерзают молекулы тела. У него сначала щеки красные становятся. И нос красный. Потому что ему становится очень холодно, и он не может больше терпеть. Это когда человеку холодно, и он хочет что-нибудь теплое. Ну, нужно завернуться одеялом. Одеваю куртку, шарф, шапку, теплую обувку. Потому что зима. Эти клетки кожи сокращаются, поэтому, также еще гусиная сыпь вот эта вот появляется. Волосы дыбом встают, мурашки. Потому что все тело его замерзает, и ему доходит до конечностей такое ощущение, как будто находится в морозилке.